Улыбчиво во всем настроение. Сегодня я делаю вот такие вот брелочки в украинском стиле, желто-блакитни, с такой ленточкой-вышиванкой. Очень такие патриотичные брелочки у меня получились. Взяла фетр, крепление для брелков, тесьму разную, вот такую красивую, всякую-всякую цветную, в стиле вышиванки такой. И немножко синтепуха мне понадобится. Для начала, конечно, сделала вот такой вот шаблончик. Полосочка обозначает разграничение цвета. Я когда выкраивала, я прилаживала вот так вот на границу с цветом, и у меня получились одинаковые вот такие вот сердечки. Ну, то есть они у меня получились все одинаковые, голубой и желтый цвет получились на каждом сердечке в одинаковой пропорции. Я их застрочила строчкой зигзаг. И у меня получились вот такие вот заготовочки. Теперь, чтобы прикрыть вот эту строчку, я пришила сюда ленточку. Вот так. И у меня получились вот такие заготовочки. Потом совместила. И зашила. У меня получились вот такие детальки. Я уже пришила сюда штучку для брелка. И у меня вот такие вот кармашки. Получились, почему такие? Потому что верх я зашивала голубыми нитками, низ, соответственно, зашивала желтыми. Наполняю, зашиваю, и у меня получаются вот такие вот красивые желто-блакитные брелочки.